Говорят, маленькая ложь порождает ложь большую. Уж точно не об этом думал бизнесмен Раван, когда скрывал от своих сотрудников, кто же руководит их IT-компанией. Не хотел, так сказать, репутацию портить, друзей терять. Это сделка, альфа и омега будущего фирмы. Если есть хоть какое-то сомнение в том, что... Конечно, я смогу. Публика только засомневается, я сразу почувствую. У меня большой опыт. Еще со времен с Лагельсом в 92-м. И тебе еще придется общаться с сотрудниками, раз они тебя здесь видели. Моя профессия предполагает выступление на публике. Ты подписал договор о неразглашении служебной тайны. Я тебя на этом контракте разделаю на кусочки, если проговоришься. Но покупатель бизнеса настаивает на личной встрече с боссом. И Равн нанимает актера-неудачника. Ему-то и предстоит на самом деле принять судьбоносное для всех решение. Фильм Ларса фон Триера «Самый главный босс». Вечер пятницы на телеканале «Самара ГИС».